Безопасные и качественные автомобильные дороги. Национальный проект, благодаря которому северный въезд в город становится лучше. Весной здесь начались работы. Демонтировали старые бордюрные камни, на их место установили новые, произвели фрезерование. На днях закончилась укладка свежего асфальта. Также в порядок приводится и прилегающая территория. Глава города Игорь Миронов проинспектировал важный для всех горожан объект. Одно из замечаний – чистота после проведенных работ. Дороги же главное, чтобы вода не стояла. Бордюрку смотреть, и запачканные бордюры у нас были очень сильно, и не было у нас занижений. Укладка асфальта производилась по технологии SuperPave, гарантирующей долгую службу дорожного покрытия. Из оставшихся работ – нанесение разметки термопластиком, озеленение прилегающей к дороге территории и финальная уборка. Работы завершаются, по срокам нареканий нету, подрядчики укладываются в установленные договором сроки. Акцент на качество, как я и ранее обозначал, когда приезжал сюда, на начальном этапе выполнения работ. Замечания пока еще остаются, они не глобального характера. Вот, подрядчик обещает их все устранить, и после устранения замечаний с его стороны еще раз приеду и лично сам вместе с депутатами будем принимать дорогу. Особый акцент на тротуары, особый акцент на прибордюрку и на газон. На данном отрезке у нас идет стыковка трех дорог – Первомайская, Уфимская и Северная. По улице Северная подрядчик несколько отстает от других подрядчиков, но это не страшно, работа будет выполнена в ближайшее время. На первый взгляд качество примерно одинаковое, но на этапе приемки работ будем обращать внимание, насколько качественно подрядчик их нам сдает, потому что были до этого моменты, когда одни подрядчики оставляют в идеальном состоянии после себя объект, за другими приходилось ходить и показывать пальцем, где и что нужно еще устранить. Поэтому будем смотреть, будем сравнивать и принимать потом решение. Никита Черепанов, Олег Долгушин, телекомпания «Салават».